Сегодня в магазине Ева Украины купили и дали мне на обзор бархатные руки. Это такой крем своеобразный. Удобный формат для ванны и кухни. В общем, смазываются руки после агрессивных условий использования. Питательный крем-лосьон для рук. Масло ши, витамин В5, Е, гиалурон, гиалурон. Для восстановления после контакта с водой, для восстановления рук. Стоит 60 гривен. 60 гривен это где-то $2.10. Каждый день жесткая вода, улучшает состояние, значит надо его использовать для сохранения кожи рук. 160 миллилитров. Сделано в России. Да. 46. Состав смотрим. Крем-лосьон для рук, деликатный, виробник, товариство, Русь, Россия, Москва. Ну, в общем, понятно. Состав серьезный, если верить этикетке. Так, мы выдавливать ее не будем, просто посмотрим, какой он из себя. Ну да, такой белый, приятный. Почти без запаха. Дозатор сверху.